Добрый вечер, дамы и господа. Приветствую вас. Я Ачи, человек удачи. Сегодня великий день в плане того, что великий день хорошей, великой музыки, живой звук, люди живые, хорошие друзья в первую очередь и на сцене, и слава богу, и вне сцены тоже друзья. Сегодня сольный концерт Этери. Я ее очень люблю, я хочу ей пожелать всего хорошего, в первую очередь здоровья и ту подачу, которую она дает нам всем, пусть отдача тоже будет. Потому что, когда ты поешь, когда что-то ты даешь, ты должен получать в обратку себе те же эмоции. Она это дает, и сегодня ей поможем мы, друзья, и, конечно же, Jazz Parking. Серьезная компания, серьезная площадка, где только избранные выступают и могут выступать. Так что я счастлив, что я вместе с Этери и с моими друзьями. И что ж, вперед и с песней. Удачи вам. Пока. Приветствую, друзья. Я Георгий Меликишвили из ресторана Seasons. Вы не поверите, друзья, здесь, сейчас, прямо сейчас, уже вот-вот начнется концерт нашей блистательной певицы Этери Абирашвили, друзья. Мы все здесь, друзья, близкие, поддерживаем. Я знаю, я уверен, что все будет круто. Обожаю! Наконец-то этот день настал, когда я вижу этого человека на проекте Jazz Parking. Могла только любоваться им на шоу «Голос». Я в таких случаях всегда говорю спасибо первому, потому что очень много ребят с первого-второго сезона «Голос» мне писали, но каждый из них, безусловно, конечно же, талантлив, но не так много ребят, которые могут подойти стилистике проекта Jazz Parking. Вот Гио один из тех людей, в которых я влюбилась с первого взгляда. И я очень рада, я искренне рада, что он сегодня здесь. И это большая радость для Этери, не только для меня, потому что наш вокальный штат грузинов, или грузин, как правильно? Грузин. Ну, мы не русские, нам 50% скидка, да? Да. Можно сказать, пополняется. Я очень счастлива, потому что Jazz Parking – это многонациональный проект. Я очень счастлива, что этот человек сегодня здесь. Искренне рада. И вам спасибо, Анжелечка, что вы пригласили сегодня. Я безумно рад, я счастлив, что я здесь нахожусь сегодня вместе с вами. Огромное вам спасибо. Огромнейшая честь. Мистер Уэн, чекун ча пун пау. Привет всем! Сегодня потрясающий концерт. Концерт Этери Абирашвили, нашей подруги, нашего замечательного музыканта, резидента Jazz Parking. Сегодня очень много песен звучат на грузинском языке. Это не может не радовать, поскольку грузинская музыка, она настолько богата, она настолько многогранна и колоритна, что хочется слушать и слушать. Вот. Также не забыли про джазовые стандарты, конечно же. Вот. Все здесь сегодня в Seasons. Сегодняшний Jazz Parking просто потрясающий. Я нахожусь в полном восторге, получаю массу удовольствия. Обожаю Этеричку, обожаю всех людей, которые сегодня с ней спели. Это и мои друзья, и мои коллеги.
музыки. Атмосфера здесь просто нереальная. Все очень круто. И всем нравится. Народ танцует сейчас. Так что спасибо Этеричке за этот вечер. Всем привет. Сейчас мы находимся в прекрасном заведении под названием Seasons. Моей любимой Этери на ее концерте. Я настолько счастлива и безумно приятно мне здесь быть, поскольку она такая светлая, такая радостная, такая, ну просто нет слов. Я всегда буду помнить то, как она ко мне относится, то, как она меня всегда поддерживала. Я безумно ее люблю. Всего самого-самого наилучшего я желаю. А концерт был просто настолько суперским. Мы безумно... Потрясающая обстановка и потрясающие песни, музыка, дружба, семья. Дорогие друзья, я под большим впечатлением, только что закончился концерт, сольный концерт Этери Абирашвили в ресторане Seasons в рамках джаз-паркинга. Я удивлен многогранностью этой исполнительницы. Я знал, что у нее большая душа, я знал, что у нее невероятные вокальные данные и данные человеческие. Но насколько она многогранна, я этого не знал. И я сегодня это увидел. Спасибо ей огромное, Этери. Я тебя полюбил еще больше. Я всегда с тобой. Дорогие друзья, слушайте хорошую музыку. Всем пока. И вот сегодня мы, друзья, находимся на вечере Этери Абирашвили. И я очень доволен лично, девочки. Прошло супер. Так что, друзья, это нечто, что-то такое. Спасибо Этери и спасибо Джаз Паркингу, что сегодня пригласили нас. И мы все знаем. Да. Всем спасибо. Друзья, это круто очень. Я страшно волновалась, выяснилось, что зря. Потому что очень... Когда находишься в окружении таких людей, таких профессионалов, как ребята, которые сегодня играли, «Коварный Гарри», группа «Коварный Гарри», когда ты находишься на каком-то таком музыкально-душевном подъеме, когда все кругом поддерживают, когда все кругом, я понимаю, что все кругом любят, такой взрыв любви, я не знаю, произошел, по-моему, поэтому ничего, кроме какого-то всепоглощающего счастья, наверное, не может быть в моей душе. Поэтому я зря волновалась, я зря переживала. Все, мне кажется, прошло прекрасно. Запись концерта, конечно, покажет, но, скорее всего, все хорошо. Спасибо.